теперь обалденные звезды наблюдаем. Стыдно признаться, но, видно, и на старуху бывает проруха. Ребятки пьют за Новый год, и мы с ними. Пришел полицейский и запрещает нам снимать сразу все на свете. Как обычно, в 4:30 высадили, хер знает где, пересадили в другой маленький автобус и сказали, что вам в Гагарина, в другую сторону. Большой автобус поехал в Гуан. Дальше, видимо, какая-то развилка на дороге. Дяденька-водитель согласился по 50 тысяч человек отвезти нас прямо на Google Beach. Одна похода, подъезжаем. Дела обстоят так. В 5:00 примерно утра нас водитель привез на бас-стейшн в Гокарно, да, и предложил до Кудл Бич довезти за... Сначала он там 70 просил, потом 60, ну, на 50 договорились, короче, на 50 человека, да. Вот он сейчас нас привез, высадил, мы спустились, и теперь обалденные звезды наблюдаем. Наверное, в камеру это все не будет видно. Но звезд просто мириады. На пляже, короче, два костра и из десяток палаток стоит. Ну, пингвинчик, расскажи мне что-нибудь. Как ты тут себя чувствуешь? Встретили рассвет. Смотрели на звезды. Кудл Бич — чудесное место. Вот посмотрите, тут столько палаток. Я ни на одном пляже Гоа столько палаток не встречал. Ребята сидят, жгут костры всю ночь, поют песни под гитару. Теплых вещей побольше надо брать. Ночь холодная. Да, ночь холодная, надо одеваться потеплее. Спальничек еще. Так вообще шикардос. А мы лоханулись теплыми вещами. Но я надеюсь, куплю, как вот у тебя, такую же покрывашечку, и мне будет тепло. Вообще, это, наверное, вот самый дикий пляж из тех, которых я встречал в Гоа. Это не Гоа. Это такой little Гоа, можно сказать, за счет атмосферности, потому что атмосферу люди всегда создают. Вот здесь мы еще в прошлом году заметили, что люди такие очень интересные приезжают, очень много израильтян. Какое-то добро такое здесь процветает. Вот. И решили поэтому вернуться по воспоминаниям прошлого года и отметить здесь этот Новый год. Да. Мне кажется, это будет что-то такое очень незабываемое, душевное, теплое. Ну, как раз то, что нужно для такого праздника. Это лучшее место, в котором мы были. Это он бич, рядом с Кудл Бич. Но тут, походу, нет жилья никакого, не сдается. Стыдно признаться, но, видно, и на старуху бывает проруха. 31 декабря мы не забронировали ничего, не позаботились ни о каком жилье. Приехали на халяву, как обычно. У нас все время это прокатывало, мы всегда находили жилье. Но 31 декабря это невозможно сделать. Оно везде уже забронировано за полгода до этого. Каждый клочок земли. Мы сейчас обошли Кудл Бич, Ом Бич и рядом с Ом Бичем. Короче, все кафешки, все там бунгало, все обошли. Вот с утра этим занимались, короче. Ни одного места свободного нет. Короче, будем ночевать на пляже. Встречать Новый год. Будем
прыгать через костер, танцевать под звездами. Это, я думаю, будет отличный Новый год. Я столько звезд нигде не видел, как вот в этом месте. Это пипец просто. Миллиарды звезд. На берегу горит костер. Ребята играют на гитаре. В 5 утра причем все это дело. Это просто было волшебно. Сейчас тут, конечно, куча индусов приехала. Но они уедут с закатом. Это просто местные приехали, отдыхают. Сегодня же воскресенье. Сегодня не только Новый год, но и воскресенье. Полчаса назад я записывал видос о том, что мы приехали 31 декабря на Кудл-Бич. И хотя это достаточно дикий пляж, здесь все занято. И что вообще это очень самонадеянно, 31 декабря приезжать куда-то без предварительной аренды. Вот, то есть, мало того, все занято, еще куча народу ходит с рюкзаками и ищут. Вот просто пол пляжа ходит и ищут жилье. Ну, я уже даже не надеялся ни на что. Я уже расположился на пляже, в тенечке, и думал, что Новый год мы будем встречать под звездами. Но Юлечка походила, поискала. И нашла вот нам вот такое бунгало. Как говорится, с милой рай в шалаше. 200 рупий всего. Но тут хотя бы можно... Тут, во-первых, есть электричество, где можно подзарядить все свое оборудование, да? А во-вторых, здесь можно просто запереть вещи. И это во дворе хозяйского дома находится. То есть никто у тебя не залезет и ничего не спиздит. Так что, и к тому же ты лежишь сейчас в тенечке, принял душ и отдыхаешь. Так что ищите и обрящите. Не теряйте надежду. Благодаря Юле, которая не сдалась, которая продолжила поиска, мы все-таки нашли свой шалашик. И теперь наши вещи лежат. Будем спать как бы не на пляже, а в бунгало. Да, есть просто удаленное бунгало, которое с пляжа не видно, нужно пройти немножечко вглубь и вот там вот как раз реально найти жилье. Вот, потому что все, что близко, рядом с кафешками особенно, все занято. Очень много индусов приехало. Еще совпало просто с выходным днем сегодня, что у нас воскресенье. Вот, поэтому очень много народ приехало. И я думаю, что завтра уже, ну, половина точно отсюда уедет. И мы даже уже готовы были переночевать где-нибудь на горе или на пляже. Уже подыскивали себе местечко. Вот, потому что во многих местах говорили tomorrow, типа приходите, и завтра good price будет, и все. То есть, кстати, они не наценивают особо на жилье. То есть нет такого, как в Хампе мы приехали, если там обычный номер, допустим, ну, 800, может быть, да, самое дорогое стоит, то там, ну, как бы цены 2-3 тысячи говорили. Вот, то есть наценки явные такие. Вот, здесь такого нету. Если бунгало стоит 300 рупий, оно и стоит 300 рупий. То есть тебе и говорят такую цену, просто что все занято, фул. Ну, мы вообще за 200 вот сняли сейчас. Ну, вопрос. Да, мы такое самое простенькое бунгало обычное. Каких здесь, в принципе, 200-300 рупий хватает. Вот, то есть, в принципе, переночевать нормально, отлично даже, почему нет. Вот, а так пляж, солнце, море, океан, и все круто. Сегодня Новый год, Гокарна. Моя мечта сбылась, я очень хотела в Гокарне встретить Новый год, да. И несмотря на то, что планы поменялись, мы решили Новый год встретить в Хампе, но нет, все равно так вышло, что мы приехали в Гокарну. Это супер классно, ребят, так что загадывайте, мечтайте, и все сбудется. Happy New Year! С Новым годом, друзья! С Новым годом!
пекарню свой Sunset Market. Вот сладкие шарики продают. Юля, конечно же, не удержится. Кофе, да? Я без них не могу, да. Это очень вкусно. Юля, шарикоманка. Моя любимая. Вот. Вот так вот, ребята отдыхают. Короче, Новый год, Новый год. А? Happy New Year. Happy New Year. Sprite or Nero? Ребятки пьют за Новый год. И мы с ними. Появились полицейские. Вот отсюда вопрос, что они тут делают, интересно. Наверное, это особо буйных будут, да, отсеивать. Ну, за порядком нас. Ну какие, вот смотри, у индусов могут быть драки, они такие веселые, такие дружелюбные, такие какие-то все, я не знаю, они вот позитивные. В общественных местах особенно массовые скопления должны быть все время полицейские. Закон, наверное, такой есть. А вдруг теракт, да? Нас бы сразу сказали в России, а вдруг теракт? Так народ празднует Новый год на Пудл Бич. Happy New Year! Happy New Year! Come have a seat, sir. Enjoy. Oh, hot. Very hot, yes. Must be. Hello, madam. Hello. You are from, sir? From Russia. Where are you from? We are from Bangalore.
Bangalore. Bangalore. You Indian man? Yeah, Indian. Yes. Indian. Wow. Bangalore. From here 500 kilometers. Uh-huh. Bangalore. Bangalore. You visited Bangalore, sir? Mumbai, no. Oh. Пришел полицейский и запрещает нам снимать сразу все на свете. Запрещает сжечь огонь. Блин, ребята, посмотрите, какая красота. Здесь только свечек, и каждая она в какой-то ямке и просто светится. Yeah!
छोड़ छोड़ बस चला 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 बस जल भाई जल जाएगा अब छोड़ दे ये पुष्टि देंगे Ой, такой Новый год, блин, пипец. Я первый раз так отмечаю Новый год. Это просто чудесно! Это чудесно! Блин, у меня нет слов. Это настолько классный Новый год. Это настолько индийцы, это настолько открытые, веселые люди. Они так веселятся. Они поют, танцуют и взрывают петарды, запускают фонарики, блин, ну это так классно. Again.